Дорогие земляки, мы провожаем 2019 год. Для Кубани, для каждого из нас он был непростым, но очень важным. Нам многое удалось сделать, многого добиться. И я хочу сказать спасибо, слова благодарности каждому из вас. Потому что всего, чего мы добились вместе. За ваш труд и любовь к родному краю, за ваши личные успехи на работе, в учебе, спорте, науке. Все вместе мы делаем наш регион лучше, крепче, красивее. В этом году Кубань вновь собрала рекордный урожай хлеба. Наш край подтвердил статус ведущего аграрного региона страны, гаранта продовольственной безопасности России. В уходящем году мы взяли хороший темп в строительстве социальных объектов. Школы, детские сады, спортивные комплексы нужны в каждом городе и районе, в станице и даже в самом отдаленном хуторе. И мы будем их строить. Мы запустили важные проекты. Школа для отдаленных детей в Краснодаре. Современный медицинский кластер, центр «Патриот». Уже сейчас мы закладываем фундамент нашего общего будущего, будущего наших детей, внуков и последующих поколений. Ведь все мы хотим, чтобы они выросли сильными, здоровыми, успешными, счастливыми. Друзья, нам предстоит еще многое сделать. Многое сделать вместе и вместе решить немало задач, чтобы в наступающем году каждый почувствовал изменения к лучшему. До Нового года осталось совсем немного времени. Давайте просто пожелаем счастья тем, кто рядом с нами. Скажем самые теплые слова своим родным, друзьям, самым близким людям. Я искренне желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия. Счастья, радости и удачи в каждый дом, в каждую кубанскую семью. Уверен, в наступающем году у нас будет еще больше поводов гордиться родным краем и великой нашей Россией. С праздником, с наступающим 2020 годом и Рождеством!